В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Анна Пилипец. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Восхождение к высотам. 19 мая в России отмечают День пионерии. Береги велосипедиста. Сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию. Футбол на 5 с плюсом. В Сарове продолжается чемпионат «Росатома» среди воспитанников детских садов. Далее расскажем обо всем подробно. Пенсию по инвалидности назначат без заявлений, а вузы получат больше автономии. Госдума приняла ряд новых законов, в том числе предусмотрен беззаявительный порядок пенсий, который назначат по предложению органов службы занятости, страховых и социальных пенсий по инвалидности. Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года. После внесения информации в Федеральный реестр инвалидов эти данные будут автоматически направлять в ПФР. Их рассмотрят в течение 5 рабочих дней, а затем направят человеку извещение о назначении пенсии. Закон также обязывает ПФР информировать граждан о предполагаемом размере будущей пенсии по старости. Также Госдума согласилась дать вузам больше автономии в выборе образовательных программ. Теперь учебные заведения смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий. А у студентов появится возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять после второго курса профиль обучения, переходить на другие факультеты. К другим новостям. 19 мая в нашей стране отмечают День пионерии. В преддверии этого праздника в Союзе сияющие звезды прошла традиционная церемония восхождения к высотам. Самые активные представители пионерских организаций города получили сертификаты и патенты по профессиям. Подробности далее. Организовывать коллективные творческие дела и игры, барабанить, разучивать новые песни, знакомиться с пионерской символикой, отрабатывать чеканный шаг в знаменной группе – это лишь малая часть работы, которую проделали ученики школы пионерских профессий. Самым активным ребятам, которые успешно закончили обучение в этом году, в торжественной обстановке вручили сертификаты и патенты. Массовые мероприятия для нас – это уже традиция. К сожалению, за прошлый год никаких массовых мероприятий не было, и сейчас появилась такая возможность, когда немного пошли послабления, и все-таки мы сможем все встретиться хотя бы в актовом зале Дворца детского творчества и наградить самых активных ребят. Школа пионерских профессий подразумевает личностный рост каждого ребенка. Сегодня он пришел обучаться навыкам новой для себя профессии, завтра станет правой рукой в ведении станции, а позже уже и сам будет инструктором и с легкостью будет обучать других ребят. Звание инструктора на самом деле очень почетное звание, к которому стремится каждый ребенок, но не каждому удается получить такое звание. Для этого он должен получить сертификат минимум по двум профессиям и иметь в наличии как минимум один патент. А также у него в портфолио должна быть организация не только общешкольных мероприятий, а также городских мероприятий. Для ученицы третьего лицея Ульяны Скородумовой это не первое восхождение к звездам. Девушка несколько лет состоит в пионерской дружине «Космическое» имени Титова. И за это время, по ее словам, получила неоценимый опыт, который помог подготовиться к участию в престижном конкурсе «Лидер 21 века». Это очень важный конкурс, он дает старт начинающим активистам и также очень хорошо продвигает уже ребят с опытом. В своей творческой визитке я постараюсь отразить себя, раскрыться жюри, но я считаю, что именно в этом конкурсе главное качественно себя презентовать, нежели чем заработать первое место. Финал регионального конкурса «Лидер 21 века» состоится 20 мая в Нижнем Новгороде. Завершились финалы Всероссийской олимпиады школьников этого учебного года. В них приняли участие 9 саровских школьников. Трое учеников лицея номер 15 стали призерами. Десятиклассник Харитон Игнатов в олимпиаде по химии, одиннадцатиклассники Павел Царев по математике и Владимир Старченко по физике. Другая важная информация в подборке коротких новостей. До 30 мая в Сарове проходит голосование за территорию, которую благоустроят в следующем году в рамках проекта «Вам решать». В голосовании уже приняли участие более 5000 человек. Необходимо набрать еще 2000 голосов. Для участия в голосовании нужно перейти на сайт «Голос за» и выбрать удобный для вас способ голосования через госуслуги или регистрацию на портале. Выбрать из перечня одну общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в 2022 году и проголосовать. В нашем городе в рамках проекта предлагают благоустроить сквер в районе дома номер 1 по проспекту Мира или зону отдыха на пруду Боровая. До 30 мая в России проходит образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант». Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения. Принять участие могут все желающие. Диктант организован в форме онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат. Тестирование можно пройти на сайте diktant.nalog.ru.
Школьники Сарова от 10 до 15 лет могут принять участие в учебных интенсивных сборах, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей в направлении искусства и спорт. Учебные интенсивные сборы организуют на базе Лазурного в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Заявки принимают до 31 мая. Все материалы размещены на сайтах регионального центра «Вега». Велосипед становится все более популярным средством передвижения, но далеко не все любители двухколесного транспорта знают правила передвижения на нем. Для управления велосипедом водительское удостоверение не нужно. Но, тем не менее, велосипедист – это полноценный участник дорожного движения, который обязан знать и соблюдать требования законодательства. Для профилактики правонарушений и предотвращения ДТП с участием водителей двухколесного транспорта сотрудники ГИБДД провели акцию на дорогах города. Более сотни велосипедистов попадают под колеса автомобилей в России каждый день. А с наступлением лета эта цифра увеличивается почти вдвое. Чтобы избежать подобных ДТП, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическую акцию «Береги велосипедиста». Зачастую лица, которые управляют данными транспортными средствами, являются дети, либо несовершеннолетние, которые еще недостаточно знают и обладают навыками вождения транспортных средств, недостаточно знают о мобильности передвижения, об опасности дорожного движения. Будем профилактические беседы проводить с данными участниками дорожного движения, ну и выявлять нарушения с их стороны. Сотрудники ГАИ будут рассказывать владельцам двухколесного транспорта, как правильно вести себя на дороге, где и как нужно переходить дорогу. Также полицейские будут инструктировать водителей автомобилей, чтобы те были предельно внимательны на дорогах. На дорогу все больше с каждым днем становится велосипедистов, для того, чтобы они были готовы к их появлению и соблюдали правила дорожного движения с целью сохранения жизни и здоровья наших граждан. На дорогах нашего города этой весной произошло два ДТП с участием велосипедистов. На перекрестке Зерново-Садовая ребенок переезжал пешеходный переход на велосипеде. Его сбил автомобиль. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. В четверг на прошлой неделе у нас было зарегистрировано еще одно дорожно-транспортное происшествие уже с участием участника дорожного движения, который управлял средством индивидуальной мобильности электрическим самокатом. ДТП произошло чисто по его вине. Из-за того, что он в нарушение всех требований правил дорожного движения на дороге с односторонним движением двигался против движения при наличии тротуара, что и привело вот к такому печальному исходу. Стражи порядка рекомендуют родителям провести профилактическую беседу с детьми на тему правил дорожного движения. Такие акции сотрудники ГАИ планируют проводить еженедельно. Детская школа искусств номер 2 продолжает набор на новый учебный год. Обучение там дает возможность научиться играть на музыкальных инструментах, шить народные костюмы или выступать на сцене. Педагоги стараются развить все грани таланта своих воспитанников, воспитывая в них активную гражданскую позицию и лидерские качества. Ученики ДШИ номер 2 – постоянные участники различных конкурсов и фестивалей. Об успехах одной из воспитанниц школы расскажем в следующем репортаже. Полина Полшкова занимается в ДШИ номер 2 7 лет. За это время девочка завоевала множество наград в различных конкурсах и фестивалях. С детства Полина мечтала заниматься музыкой и петь народные песни, поэтому выбрала фольклорное отделение. В самом начале для меня это было просто как увлечение, и это мне приносило огромное удовольствие, а уже впоследствии я поняла, что без этого я не могу жить. Музыка – это стало моим смыслом жизни. В коллекции Полины уже более 50 наград, но больше всего она гордится дипломом из лагеря «Океан», который находится во Владивостоке. Оттуда девушка вернулась 2 недели назад. Попасть в детский лагерь Полине было непросто. Для этого она создала портфолио, написала эссе на тему «Я одаренный человек» и отправила все на суд жюри. Я горела очень сильно этой идеей, и меня отобрали. Я вкладывала очень много усилий, чтобы туда попасть. Я слышала о этом месте, была наслышана, что мои знакомые туда ездили, и моя мечта свершилась, я туда, собственно, попала. Полина принимала участие в различных мастер-классах, научилась ораторскому мастерству, пообщалась с космонавтом Сергеем Рязанским, увидела группу «Интонации» и певицу Анет Сай. Мне это стало очень интересно, потому что там все-таки другие навыки рассматривались, не мои творческие какие-то вокалы или что-то такое, а более такие
коммуникативные. Вот. Это принесло мне огромный опыт, и мне очень понравилось. А в дальнейшем Полина планирует поступать в музыкальный колледж и продолжить заниматься вокалом. По словам девочки, это ее призвание. Педагог Полина Ирина Оськина отмечает, что у подопечной большой талант. В течение 7 лет Полина проявляла себя как дисциплинированная девочка, увлеченная, очень ответственная. И вот в какой-то момент она посмотрела внутрь себя, да, вот как она определяет свое будущее. В конце этой недели «Дыши номер 2» приглашает всех желающих на отчетный концерт образцового коллектива народной песни «Горница». Со сцены прозвучат лучшие песни ансамбля. Воспитанники детской школы искусств приняли участие в 8-м Всероссийском детском хоровом фестивале-конкурсе «Золотые голоса». Младший хор хорового отделения «Капель» в своей номинации занял 1-е место. Их соперниками в этом году стали более 85 коллективов из 7 регионов страны – Кировской, Владимирской, Самарской, Ульяновской, Курской, Вологодской и Нижегородской областей. Подробности далее. В очном и дистанционном формате конкурса «Звонкие голоса» принимали участие 85 коллективов. Младший хор детской музыкальной школы «Капель» стал одним из 2 победителей очного этапа и 1-м в рейтинговом списке. Очень было волнительно нам выступать, потому что целый год, даже больше года мы не выступали вживую. Но и такое счастье было видеть живые глаза интересной и добродушной публики. На конкурсе требовалось исполнить 2 песни, одна из которых нижегородского композитора, потому что «Звонкие голоса» в этом году был посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Мы выбрали русскую народную песню «Как пойду я на быструю речку» в обработке Льва Сивухина. Ну и 2-е по выбору – это наше яркое такое произведение Сергея Пельшака «Жадный гусь». Там красиво, ребята очень добрые из других хоров. В репертуаре коллектива классические, народные, джазовые произведения, композиции современных авторов. Каждая песня хора – костюмированный мини-спектакль с элементами реквизита. Хор вот уже 4 как года – это просто достояние вот этой школы. Это изюминка, это звездочка, которой мы все гордимся и на уровне школы, и на уровне уже города, и даже области. Хор «Капель» неоднократно становился победителем и призером престижных конкурсов. Однако главное, по мнению педагога, это не дипломы, а радость совместного творчества. В Сарове продолжается муниципальный чемпионат школы «Русатома» по мини-футболу среди воспитанников детских садов. Малыши играли в групповом этапе по круговой системе. Те, кто набрал больше очков, определяли финалистов в розыгрыше золотого, серебряного и бронзового кубков. Победители получили путевку в финал. Подробности далее. Арсений Кайдаш занимается футболом уже 3-й год. Мальчик играет за команду детского сада номер 2. Подготовку к турниру ребята начали еще месяц назад. Со своим тренером они занимались 2 раза в неделю, в понедельник и среду. И результат не заставил себя долго ждать. Команда вышла в золотой финал кубка. Ну, вот старались. Вот я 4 гола забил. Ну, неплохо играли. Максим там тащил. Артем хорошо в защите стоял. Леша тоже в нападении в защите стоял. А Егор, ну, тоже хорошо в защите стоял. Детский сад номер 2 участвует в турнире не 1-й год. В 2019 году они заняли 3-е место, а вратаря команды признали лучшим на этом соревновании. Страсти накалялись во время турнира не только на паркете. За малышей болели их родители и наставники. На данный момент мы выиграли 2 игры. У нас еще впереди много игр. Вот, надеюсь, что мы также войдем в число призеров. Всем желаю, чтобы все поучаствовали, получили удовольствие от этих игр и заняли там призовые места. А детям, чтобы получили удовольствие и подарки, которых они так ждут. Городской турнир почти завершен. Уже прошли игры бронзового и серебряного финалов, в которых встретились призеры в своих группах. Играли по круговой системе. Победитель группы А уже известен. Это детский сад номер 2. В группу Б там, я думаю, не менее жарче будет. А когда уж в финальной части у нас в четверг 20 числа будут проходить, я думаю, там будет бойня развернется там за призовые места. Не хуже, и ничем они не уступают по своему азарту и вот по самоотдаче нам, мужчинам, которые мы там играем, да, большой футбол. То же самое. Команда-победитель будет представлять наш город уже на следующем этапе турнира, который также пройдет в одном из городов присутствия госкорпорации «Росатом».
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.